Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил с 18 января вакцинировать от коронавируса не менее 60% населения страны. В Сергиево-Посадском городском округе это около 104 тысяч жителей. Для успешной реализации поставленной задачи на селекторном совещании с министром здравоохранения Московской области принято решение об открытии дополнительных точек вакцинации в округе. На сегодняшний день в нашем муниципальном образовании 3 точки вакцинации. Районная поликлиника, поликлиника номер 3. На Звездочке и поликлиника номер 5 в Хотьково. В ближайшие 2 недели мы доразвернем еще 3 точки вакцинации, и фактически у нас на этой неделе, к концу недели, мы ожидаем открытия кабинета вакцины профилактики в поликлинике номер 1 на рабочем поселке, и на следующей неделе открытие кабинетов вакцины профилактики в поликлинике номер 2 на Скобянке и в поликлинике номер 4 в Краснозаводске. Но в детской поликлинике открывать кабинет вакцины профилактики мы не будем по причине того, что дети у нас не вакцинируются и не допускается пересечение потоков взрослых и детей. То есть мы не можем использовать территорию детской поликлиники для прививочной кампании в отношении взрослого населения по существующим нормативным документам. Поликлиника в Богородском мы решили пока оставить в резерве, учитывая небольшое количество населения, компактно проживающее в этом населенном пункте. Однако при необходимости и там будет развернут кабинет вакцины профилактики. Плюс, женская консультация по той же причине не будет использована, потому что беременность и кормление грудью является противопоказанием к вакцинации. И рассматривается активно использование мобильного ФАПа для выездов на предприятия, возможно, места, скажем так, в общественные места. Для реализации мобильной вакцинации районной больнице переданы морозильные камеры для хранения вакцины, и уже на этой неделе планируется совершить пробную выездную акцию. С начала вакцинации в городском округе выработано более 600 доз вакцины. 13-го мы получили уже партию в 600 доз на 2 точки вакцины профилактики. 15-го числа еще 300 доз поликлинику номер 5 в Хотьково. Конечно, сразу после получения вакцины мы начали с ней работать, и на сегодняшнее утро у нас было 700 доз вакцины, а сейчас уже активно идет прививочная кампания во всех 3 кабинетах вакцины профилактики. Я думаю, что порядка 100-150, может быть, даже более доз мы сегодня реализуем. Поэтому на завтрашнее утро останется еще меньше. Это не должно никого обескураживать. Сегодня выступление министра здравоохранения Московской области на селекторном совещании губернатора были озвучены цифры, что в январе мы получим, Московская область получит 88 тысяч доз вакцины, а в феврале мы уже получим 205 тысяч доз вакцины. А в марте и апреле количество это будет уже еще больше. По словам Олега Дмитриева, вакцина проверена специалистами и не опасна для здоровья. Однако вам решать, прививаться или нет. Процедура остается добровольной.